Сотрудничество Ирана и России для продвижения многополярности обязательно приведет к продвижению глобальной безопасности и мира. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, которая состоялась 5 августа в Тегеране. Иранский лидер отметил, что официальный Тегеран рассматривает развитие отношений с Москвой как одно из приоритетных направлений внешней политики. В свою очередь Шойгу подчеркнул заинтересованность России в ускорении реализации двусторонних проектов. По его словам, Москва придает большое значение сотрудничеству с Тегераном. Такого мнения придерживаются и эксперты. У России есть интерес к Ирану как транзитной стране для торговли со странами Индийского океана и Индии. Вот. Ну а там, где и Россия, соответственно, там и Китай. И это, конечно, тоже для Ирана это огромный плюс. То есть иранцы готовы пожертвовать какими-то призрачными перспективами, там, скажем, отношений с Европой, США, то есть всеми этими сложными переговорами, со всеми вот этими обставленными там кучей условий. И, в общем-то, это не нужно, не интересно. А вот Россия и Китай, это вот сейчас, да, для Ирана это все. Масуд Пезешкиан отметил, что российская сторона всегда поддерживала Иран, когда тот переживал непростые времена. Президент заверил, что развитие отношений с Россией, которая выступает стратегическим партнером Ирана, входит в число внешнеполитических приоритетов Тегерана. В свою очередь Сергей Шойгу назвал Иран одним из ключевых и стратегических союзников России в регионе. Секретарь Совета безопасности также отметил, что отношения двух стран развиваются во всех сферах и имеют хорошие перспективы. Иран дальше будет стремиться к развитию отношений с Россией, причем во всех сферах. То есть и военных, и экономических, и транспортных, и торговых, и культурных, и каких угодно. То есть там, ну, могут появляться там самые неожиданные вещи. Например, скажем, там Иран в какой-то перспективе может заменить, допустим, Турцию в качестве курортного такого, скажем, региона для россиян. Или там появится там какие-то экономические, это научно-техническое сотрудничество. Ну, тут могут быть самые разные аспекты и самая разная сфера отношений. Сергей Шойгу посетил Иран с плановой рабочей поездкой. В ее программу также вошли встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадзианом и начальником Генерального штаба иранских вооруженных сил Мухаммадом Багири. На переговорах обсуждались двустороннее сотрудничество и его укрепление, в том числе торгово-экономические проекты и разные аспекты глобальной и региональной безопасности. Пяридуня Малиева, CBC.